Приветствую вас на канале RedCat. Мы продолжаем проходить Indigo Park. Посмотрите первую часть, если вы еще не видели. И, как вы помните, мы там закончили на том, что забрали у льва ключ. И теперь бежим вот сюда, вот открывать следующую локацию, где у нас будет пилот. Я так понимаю, пилот Молли. Так, ну что, я попал. Что дальше? Да, это, ребята, Мули Рейс. Короче, он говорит, что здесь есть какой-то классный аттракцион, где мы сможем, я так понимаю, полетать. Окей, давайте разберемся, что это за аттракцион, что нам нужно вообще тут делать и какие приключения нас тут ждут. Ух ты, смотрите, целая статуя. Так это, подождите, это Молли и есть та птица, которая все время за нами бегает. Ага. Так она на хорошей или на плохой стороне? Я пока не понимаю. Лев вроде тоже на нас не нападал. Он так порычал и убежал. Поэтому я пока не очень понимаю, кто за кого и вообще, что тут происходит и что нам нужно по итогу будет сделать. Так, здесь у нас просто какая-то кафешка. Я пытаюсь посмотреть, осмотреться, но также найти, может, какие-то у нас тут есть куколки, которые мы собираем. Поэтому если где-нибудь на столе она будет, я ее заберу. У нас есть тут еще второй этаж. Давайте тоже поднимемся. Все посмотреть нужно, ребята. Каждую детальку. Так, здесь тупик. И самолет подвешенный. Давайте с этой стороны еще посмотрим, что у нас есть. Ладно. Тут у нас ничего интересного нет. Ну что, в целом, ребята, довольно-таки симпатичная игра. Она очень, что мне нравится, то, что она бесплатная. Вы можете каждый в нее поиграть. Я-то подозреваю, что если людям она массово понравится, то тогда они уже, наверное, сделают платную версию. Как это бывает в некоторых играх. Так, слушайте, я что-то нашел. Ну, смотрите, ну это точно FNAF. Видите, у нас еще... Да, смотрите, мы будем играть еще в какую-то игру внутри игры. Рэмблэй тоже тут говорит о том, что куда-то нужно отправиться, собирать какие-то клубнички, я так понимаю. И у нас а-ля Дэнди тоже игрушка, которую нужно пройти. Так, убиваем всяких животных, собираем клубнички. Ой, упал. Так, прыгать, прыгать, скакать, скакать. Ой, я умер. Так, ладно, ребят, я тогда не буду акцентировать свое внимание именно на том, что собирать клубнички, будем просто проходить. Так, в общем, в чем суть вообще путешествия, о чем мы сюда пошли? Мне говорит наш енотик о том, что где-то разбилась в очередной раз, упал самолетик нашей пилотессы Молли, и ее нужно спасти. Я, соответственно, отправляюсь... Судя по всему, я за енотика как раз и играю, для того, чтобы ее спасти. Клубнички я не буду собирать все, как я уже сказал, потому что где-то они... Ой, смотрите, любовь у них там. В тяжело доступных местах можно просто где-то грохнуться. Так, а куда дальше? А, надо в дупло попасть. Все. Меня падаем. О, а он как телепортирует нас, он как батут получается. Сюда залезть нельзя. Перелет, недолет. Так, аккуратно бы не свалиться еще. Типа Марио, знаете, такие игрушки, которые были на Дэнди. Так, еще дупло. Еще трамплинчик. Подлетаем на батуте. О, я нашел пилота. Молли, что случилось? Эй, Рэмблэй, я летела через лес, но, к сожалению, короче, упал. Она что-то не заметила и рухнула. Так, у нас появился какой-то второй. Салем. Какой-то еще один персонаж, это, я так понимаю, плохой герой. И он сейчас что-то будет... Так, что-то он пробует какую-то новую интересную зельку. Молли, беги, кричит Рэмбли, но не успевает. Так, похоже, он использовал эту зельку. Молли теперь превратилась в такого же фиолетового чудика, как и он.
что ты сделал с ней? Короче, он заразил ее. Надо теперь мне отбиться, я понимаю, с ними двумя. Окей. Так, как с ними бороться, это непонятно. У меня нет никакого там ножа, меча или еще что-нибудь. Ладно. Попробуем на нее запрыгнуть. Так, так, так. Ой. Не получилось. Сейчас бега надо. Так, сейчас, сейчас. Ой, опять не получилось. Так, я должен попасть ей на голову. Рассчитываем. Есть. Так, все, ребята, я вот не одну жизнь забрал. Два. Еще как минимум раз. Может и пять. Смотрим. Еее, победа. Опача, опача, опача. Так, теперь этот ниндзя. Как его? Салем. Звали. Так, так. Так. Ой-ой-ой. Победа, ребята! Минус уши. Но я победил. Так, окей. О, клубничка. А взять можно ее? О, я взял ее. Помните, автомат был в ФНАФе, он Princess 2 назывался как-то там, и мы, помните, ключики ходили искать. Вот тут та же самая история. По сути, это ФНАФ на минималках, я бы так его назвал. И вот это вот тоже у нас енотик, это как Фредди был. Все очень похоже, конечно, по стилю. То, что ты тут тоже бегаешь по какому-то парку аттракционов. Но со своим колоритом, со своей сюжетной линией. Ладно, сбираемся наверх. Давайте сначала налево пойдем, потом направо. Я так подозреваю, нам наверх. Но давайте пройдемся еще, посмотрим на всякий случай сюда. Может, там какая-то есть куколка. О, как раз я ее и вижу. Пудель. Меня ждет пудель. Visit an information kiosk. Так, ну в киоск мы сейчас, конечно же, не пойдем. Пойдем наверх, посмотрим, что же по итогу тут для нас приготовили. Какое новое испытание, что будем летать на чем-то уже. Так, отсюда я пришел, правильно? Правильно. Значит, поднимаемся наверх. Еще наверх. Так, и вот здесь мы будем летать. Слушайте, прикольно. О, нет, это ужасно. Слушайте, я не могу там пройти. Короче, похоже, что Молли опять крашнулась. Ой-ой. И теперь он звонит в мастерскую для того, чтобы отремонтировать. Короче, каруселька сломана. Видите, самолетики разбросаны по всей площадке, так что мы на этом точно не полетим. Еноты говорят, что этот номер уже не существует. Ну, конечно, 8 лет назад. Может, он, конечно, и существовал. Но сейчас уже точно не будет. Так, он говорит, что здесь еще какая-то штука есть, какая-то еще гонка внизу, поэтому можешь спуститься, типа, и поиграть. Ну ладно, какой-то, вот видите, loading pad. Ладно, давайте поверим, что здесь такое, интересненько. На чем мы полетаем? А, окей. В общем, это детская комнатка, ребят. Прикольно. Так, у нас есть какие-то штуки. Треугольнички. Что с ними делать? Они крутятся. Так, хорошо. Ага. Я так подозреваю, что нам надо какую-то комбинацию накрутить, но пока не понимаю, какую. Где это вообще искать? Тут тоже какой-то квадратик у нас есть. Может, подождите, там звездочка. Может, должны все звездочки быть? Ну, непонятно. Так. А, все квадратики, точнее. Тут закрыто. Так, все квадратики я сделал, но у нас ничего не получилось. Давайте искать подсказки. Где у нас подсказки? О, енотик. Прикольно. Так, я думаю, что каждый из вас, наверное, в таких комнатках уже бывал. Современных. О, может, шарики где-то что найти надо? Нет. Я не понимаю. Может, здесь где-то спрятана подсказка? Мне должен быть код, я так понимаю, чтобы 4 вот этих блока и один справа. Подождите, там... Что тут еще есть? Ничего такого, что вроде нету. Вроде ничего нету. Так, тут звездочка. Давайте попробуем звездочку накрутить. Нарисовано. Может, это подсказка? О! О! О!
Да. Отлично, ребята. Так, подождите, я открыл. Вот, я нашел. Окей. Давайте зайдем внутрь. Давайте пойдем внутрь. Опять она. Молли, стой, я тебя знаю. Куда ты убежала? Молли, вернись, я все прощу. Так, куда эта курица постоянно убегает от нас? Ладно, я не пойду за ней, я пойду налево. Если она туда убежит, может, мы ее сейчас тут и встретим, перехватим. Она ж не рассчитывает. А, вот и ты, вот и ты. О, боже, боже, она в крови. Слушайте, а что с ней приключилось? Она стала... На нее кто-то напал? Она, видите, она ранена. О, смотрите, ребята, кружочек желтый. Желтый круг. Там же были круги? По-моему, были, да, фигуры такие? Так, я себе запомню... Что это? Молли там, нет? Непонятно. Я себе запомню... А, подожди, это же та комнатка, откуда я ее и встретил. Да, она сюда пошла, а я пошел в трубу. Ну, давайте теперь за ней пойдем. Наверх. О, красная звезда. Красная звезда. Так, это что такое? Ясно. Окей. Это я не долетел. А вот это я перелетел. Отлично. Все, я понял. Мы, короче, здесь должны просто ползать и смотреть код. У нас уже есть... О, окошко. У нас уже в целом есть две подсказки. Нам надо еще две найти. Еще и зеленый не надо найти, да, получается? И синий. Продолжаем ползти. О, зеленый, смотрите, зеленый у нас будет треугольник. То есть у нас уже есть, что там, круг, треугольник, звезда. Этот трамплин уже наверх подпрыгивается. Прикольно. Батутик. Че, почему я батуты называю трамплинами? Кто-то знает. О, синяя тоже звезда. Короче, две звезды у нас будет. Да давай уже долетаешь. Что случилось? Почему он не хочет долетать? Вот так вот задом. Окей. Все, ребят, у меня есть код. Теперь можно идти его вводить. Ну, я понимаю, что я тебя не догоню, поэтому я даже не стараюсь. Бум. О. О. Я тут был. Все, отлично. Теперь можем пробовать крутить. Главное вспомнить. Так, синий, по-моему, у нас был... По-моему, была звезда. Так, звезда. Желтый. Хм. Желтый. Желтый я не помню. Зеленый, по-моему, у нас был треугольник. И красная тоже звезда. Красная тоже звезда. Так, а последний то ли квадрат, то ли кружочек у нас был желтый, да? Мне кажется, да. Ну, короче, в любом случае, покручу, если что, оно должно сработать, если остальное правильно. Квадратик, кружочек. О, стоять, сработало. Сработало. Открылась дверь, открылась дверь, открылась. Классно. Так, слушайте, кто ж меня будет ждать дальше? Но пока не страшно в том плане, что на тебя никто не нападает. Ты просто ходишь, исследуешь, но ничего такого катастрофического. Никаких побегов, никуда убегать не надо. Все вроде мирно, что ли. Даже лев напал, но в целом был как-то краток. Напал, но убежал. Так, ладно, ребята, нажимаем. Куда мы вообще должны прийти по итогу? Я думал, что мы будем кататься на каких-то аттракционах, а тут мы бегаем просто по комнатке. Я не понимаю, что происходит. Я нажимаю, ничего не меняется. А, подождите. А здесь что-то открылось, наверное? А, вот, вот. Вот сюда вот я открыл. А там закрыто, и тут закрыто. Ну, давайте сюда сначала пройдем. О, привет. О-оу. О-оу. О, пила возвращается, ребята. Это как опила в бан-бане. Короче, я дошел пилота. Лучше бы я ее не находил. Но все, я хотел, чтобы за мной кто-то бежал. Я хотел побег, когда за тобой кто-то бежит. На тебе. Молли. Маккалву. Так, хорошо. У нас, значит, Молли против меня. Она на меня нападает. Почему? Непонятно. Я вроде ничего не делал. Ну ладно. Давайте попробуем от нее убежать. Так, вот, смотрите, когда я шел, я не заметил, тут была дверь, видите, дверь? Вот, оттуда я пришел. Поэтому, чтобы открыть дверь, она автоматически, кстати, не открывается. Нет, надо нажать эту кнопку. Все ясно, окей. Сейчас попробуем убежать от Молли. Так, нажал. Дверь открылась. Кайф. Теперь, ребята, вот сюда мне надо. Значит, я буду задом вот так вот потихонечку отходить, чтобы сразу побежать. Все!
Побежали, 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 побежали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй, я запутался. Ну, короче, мне не получилось. Я не знаю, почему-то он не приседает. А, не, подождите. Это я уже прошел. А, ты не сюда, что ли? Нет, не сюда. Все, короче, ладно, ребята, собрались. Так, надо внимательно. На shift буду ускорение бежать, прыжочек прыгать. Короче, погнали. And go. Так, залетаем. Кнопочку нажимаем. 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 Так, сюда бежим. Задом, задом, задом. Пока дверь не закроется. Дверь закрылась. Вперед, 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 вперед. Боже, так, так. Погнали! Так, прямо она налево, значит. Бежим, 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 бежим. А как она и за мной, и с той стороны одновременно? Ладно. В другой раз подумаем об этом. Что здесь? Здесь перепрыгнуть. Отлично. Фух. Так, здесь что, наверх? Думаю, она бежит за мной? Ладно, пока не видно. Но я думаю, что да. Так. Боже, как это страшно. Она несется за мной, я чувствую это. Она просто несется. Оп! Вот это так близко! Я думал, она дальше. Нет, я не допрыгнул. Боже мой, я надеюсь, что это по плану было. Я очень на это надеюсь, потому что я не допрыгнул. Мне кажется, вообще нереально допрыгнуть. Но может, я где-то смогу. Не, походу, сюда и надо. Еще один трамплин. Опа! Удачненько. Хорошо, хорошо. Куда дальше? Наверх, наверх, быстрее, 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 быстрее. Падаем, падаем, падаем. Падаем, падаем, падаем. Падаем. Боже мой, боже, как страшно. Почему так страшно? Ой, я что-то забрал. Найс, так. Классно. Так, ну все, вроде тут уже получше. Нет, вентиляция, ребят. Я ненавижу вентиляцию, боже, тут постоянно что-то на тебя вываливается, нападает. Так, сюда. Сюда, ок. Еще поворот. Боже мой, я не буду поворачиваться. Не, не дай бог, поворачиваться это страшно. Это смерть. Я не буду поворачивать, я буду бежать. О, привет, 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 спасибо, ну. Это только для Стафа комнатка. Какого Стафа? Закрывай, закрывай, закрывай. Черт, 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 черт. Я не знаю, как это открыть. Фу. Мне сейчас страшно. Боже, какой кошмар. Нет слов. Фу. Ребята, с одной стороны, круто, конечно, мы убежали, но как-то это отвратительно было. Ой. Ладно. Так. Это капец. Это капец. Ну вот я и дождался, ребята. Первый был уже побег. Так, короче, что он рассказывает? Я все пропустил. Так, он, по-моему, расстроен из-за того, что произошло. Он говорит, что я расстроен, поэтому он расстроен, что я расстроен. Что он хотел как лучше, чтобы мы фан провели веселое время. Но вот здесь вот такая штука произошла. Но у него есть еще идея. Он может дать мне доступ к каким-то документам его. Я должен там авторизироваться, чтобы, короче, он как-то мне позволил делать, я так понимаю, больше вещей, чем сейчас возможно. Okay. Так, он говорит, судя по моему лицу, что я вроде как уже радый чему-то. В общем, мы договорились, что он мне что-то сделает хорошее. Your first official job as one of Rambley's Wranglers registered is to get так, out ладно, of the Rambley's Wranglers registered room. Head left towards the rookie Wrangler. О, смотрите, игрушка. Ой, почему ее взять нельзя? Я хочу взять игрушку. Можно взять? Нет? Ладно. А эту игрушку? Тоже нет? Ладно. Uh-oh. That Rambley's Wranglers room is only accessible by Royal Wranglers. Так, он говорит, что сюда мне нельзя пока. Надо что-то найти, поэтому иди в другую сторону. Ну ладно, пойду в другую сторону. Что, собственно, я и сделал. Так, что мы... О, прикольно. Короче, я понял. Он говорит, что там only staff. Соответственно, он мне дал больше доступа для того, чтобы я мог находиться в этих комнатках. Слушайте, так они тут, видите, наблюдают за нами. Тут все камеры есть. Они видят, где я хожу. Прикольно. Ну ладно. Давайте выбираться.
Ну что, у нас получается уже минус один персонаж. Лев где-то еще бродит. Я так подозреваю, что я его еще увижу. Кто у нас там был еще? А, у нас еще был какой-то морской конек. И получается сам енот. Как вы думаете, ребята, енот, он может быть плохим или он все-таки хороший? Может, он специально все это придумал? Знаете, как Poppy Playtime была куколка? Вот это вопрос. Ух ты, смотрите, ребят, получается... Ой, я, кстати, по-моему, одну вещь знаю, где я пропустил, а еще две не знаю. Ну, я, как вам и говорил, что я, в принципе, не ставлю. Так, слушайте, у них какой-то конфликт со львом, потому что он возмущается из-за того, что у льва есть такая классная, типа, игрушка, а у меня нет. Где ты это взял? Это моя любимая. Не едь это, не едь, не ешь это. Короче, он клубничку говорит, где ты взял? Did you dig that out of the lost and found, or was it in the trash? No surprise, I guess that our park would dispose of a non-Indigo brand toy. Енотик. Короче, я к чему? Что может быть так получиться, что енот и будет самым главным плохим героем, и скорее всего, мне кажется, что в конце этой игры мы с ним встретимся. Но не факт, что разработчики прямо это будут в первом эпизоде показывать, поэтому, возможно, это все перенесут на второй, третий эпизод и так далее. Все зависит от того, ребята, насколько вам понравится эта игра. Я подозреваю, что второй эпизод будет уже платный, как делают некоторые игры, Poppy Playtime, Банбан садик были. Первый эпизод они делают бесплатным, чтобы всем понравился, а второй уже за деньги. Так что... Возможно, второй уже мы увидим платный, как бы, вариант. О, смотрите, мы в аквариум пришли. Клево. Так, ребята, тут дверь закрылась, и новый персонаж. Так, давайте посмотрим. Неужели мы будем плавать? Вот. Смотрите, морской конь. Или что это? Морской угорь. Что это? Что это за зверюка? Напишите, короче, ребята, что это за рыбка. И смотрим, что дальше будет. Чувак, с тобой все хорошо, ты выглядишь уставшим. А, подождите, это все? По-моему, прошли. Спасибо за визит. А, да, ребята, мы прошли первый эпизод. Можете меня поздравить. Слушайте, ну прикольная игра. Кстати, классно очень сделали. Смотрите, они в виде песни рассказывают о том, что вам, если тебе понравилась игра, пожалуйста, напиши какой-то фидбэк, напиши, ну, как бы, обзорчик сделай или еще чего-то этой игры. Ты планируешь вернуться? Я заслужил твое доверие? Индиго Парк. Прикольная песенка. Слушай, классно придумали. Ну что, ребята, класс. Очень-очень-очень топчик мне сделали просто. Просто хочется напевать. Даже я не знаю, что мы можем найти. Тут очень много каких-то мистических штук, которые спрятаны в этом парке. Короче, я ставлю жирный лайк. Ну и давайте дослушаем эту же песню до конца, и тогда на этом видео закончим. О, идея. Это несправедливо тебя спрашивать. Просить. Короче, они говорят, что, ну, как бы, неловко вас просить, но если все-таки возможно, пожалуйста, подпишитесь на вторую платную часть для того, чтобы она добавилась у вас в желаемый контент, который вы хотите купить. Также оставьте отзыв про эту игру для того, чтобы нам помочь, короче, развить эту игрушку. Мы вообще год ее строили, делали, поэтому будет классно, если вы нам это все... Поставите лайк, фидбэк, отзыв сделать, и будет круто. Ну и дальше поют. Класс. Молодцы. Ну, в целом, ребята, идея вообще топ. Особенно вот эта вот заставка с песенкой. Они молодцы. Конечно. Press for assistance.
Ну что ж, ребят, посмотрим, что будет во второй части. Я так подозреваю, что мы будем бороться как-то под водой с этим морским существом. Ну и опять же таки непонятно, что у нас за проблемы еще будут с львом. Единственное, что птичкой мы уже точно не встретимся, Молли. Это жалко. Ну что ж, ему пора. Увидимся в следующий раз. Пожалуйста, говорит. Увидимся в следующий раз. Пожалуйста. Так, ребят, ну и я для вас перевел концовочку, можете почитать. Я думаю, что игра заслужила лайка, ну а также подпишитесь на мой канал, если вам не сложно. Надеюсь. Всем пока.